Здравствуйте, коллеги! В YouTube мы нашли видеоролик, который выпустила самооборона города Харькова. Наши ребята, коллеги, которые занимаются айкидо-шинкан в Харькове, которые вышли на улицы для того, чтобы защитить имущество и здоровье граждан. Мы поддерживаем эту инициативу, потому что считаем, что если власть не способна защитить своих граждан, то это должны делать сами граждане. Мы поддерживаем ребят, потому что в Харькове это делать непросто. В Киеве большое движение. Есть Майдан, разбитый Евромайдан, Автомайдан и так далее. В Харькове есть определенное сопротивление этим вопросам. Поэтому мы желаем им успехов в этом движении, мы считаем его абсолютно правильным. И желаем, чтобы они достигли этой цели с минимальным ущербом для здоровья своего и всего остального. Тем, кому не будет применять. Да, тем, кому не будет применять. Все, ребят, держитесь, Харьков, мы с вами.